Что 21-го скажут? Кто скажет? Где скажет? Ну как? А как? Как и что скажет? Какие варианты? У человека, который всю жизнь лгал, обманывал, изворачивался, что он может сказать и что он может сделать? Он может только повторять свои предыдущие действия и речи. Ну что он скажет? Что он всех победил на дальних подступах, уничтожил фашистов, террористов, завладел новыми землями. Ну, как бы... Что, через... Спустя год войны он скажет: «Ай, ребятки, извините, я обосрался, я показал всему миру, что у меня нет никакой армии». Точнее, армия есть, но она как бы там вся с разъебанной техникой и не умеет воевать. И наконец-то мы вступили в войну с НАТО, и НАТО нам уничтожило, утилизировало там 500 000 человек за год. Ну, нет, он скажет, что все. Все хорошо, все идет по плану, великие свершения, каждому военнослужащему квартира и вообще каждому гражданину РФ свое собственное жилье. Правда, он это говорил в 2012 году, но у меня-то память хорошая.